пребывал там, вы такие активные участники наших конкурсов. Ждем вас в нашей библиотеке. Еще не раз надеюсь увидеть вас в студию здесь у нас. Спасибо вам. Хорошо, спасибо. Самый активный летний читатель. Посетитель определял, что библиотеку регулярно посещал летний читальный зал и библиотечный двор. А потом представил нам все полученные подкладки, флайеры, листовки, которые издавались на каждом мероприятии. Каждой речи в летнем читательном зале Евгений Попов. Очень отдельно благодарность за то, что он не только наш читатель, но и большой помощник. Он приходит на каждое наше мероприятие и помогает нам в организационных моментах. Спасибо. Спасибо. Но в номинации «Самый активный летний читатель» участвовали не только посетители летнего читального зала. Три года наш молодежный библиотечно-информационный центр успешно реализует проект «Библиотечный дворик в территории детского и семейного чтения, отдыха и общения». Он посвящен летнему чтению, рассчитан на разные категории – детей, подростков, молодых, детей. Скажи, пожалуйста, ты давно посещаешь наш дворик? Да. Семь год, да, когда мы отправляем? Что тебе особенно нравится? Все нравится. Замечательно. Приходи к нам обязательно в следующем месте. Компьютерный интеллект, который на это бесплатно. Очень приятно. Понимаете, что мы очень отвечаем, что мы с вами. Спасибо вам большое. Он наш читатель с 1978 года, член Союза писателей России, председатель литературного общества «Саровский ключик», творческая личность, поэт и прозаик Павел Владимирович Тужин. Совершенно случайно я узнал, что в далеком отсюда городе Переводе, раньше это был рабочий поселок Перевод, в 1964 году тоже, я был признан лучшим читателем библиотеки вот, рабочего поселка Перевод. Для меня прошло очень много времени, но казалось, эта информация очень приятная. И вот почти 50 лет я так и живу в дружбе с книгой, и книга помогает мне ярче воспринимать жизнь, и жизнь моя благодаря книге, конечно же, очень интересная. И за эти 50 лет прочитано, конечно, много книг. В последнее время я, как в анекдоте, чукча не читатель, а чукча писатель, стал много писать, хотя, конечно же, прежде чем написать, приходится все равно очень много начитывать информации. И я всю жизнь любил книгу, и сейчас, конечно же, люблю книгу, и хочу прочитать стихотворение с тем, чтобы призвать вас к этому же. Любите книги, вам воздастся богатством сказочных миров. Любите книги, вам удастся с великих тайн сорвать покров. Любите книги, мироздание величием сможет удивить. Любите книги, сострадание поможет грех вам замолить. Любите книги, хлеб причастия сродни написанным словам. Любите книги, слезы счастья не раз умоют лица вам. Любите книги, человека они ведут на Божий суд. Любите книги, и навеки они возвысят и спасут.
стихотворений нет вот в этой книге, но здесь собраны стихи от далеких студенческих времен за последние 40 лет до 2012 года. Получилось, вот оказалось, я не очень плодотворным поэтом, всего 400 страниц за 40 лет, то есть по 100 страниц за десятилетие. Но я надеюсь, что здесь читатели найдут те строки, которые лягут им на душу и помогут жить и удивляться окружающим миром. Эта книга вышла в этом году, и я ее сейчас передаю в библиотеку. Наталья Адамовна.
Восьмого Б класса, гимназия номер 2.